Наверное, вы подумали, что это просто черный экран. Но нет, за этим черным экраном я. Меня зовут Фархад. Я молод, и поэтому старался брать от жизни все. Гулял, часто выпивал. Был популярен среди девушек. Этот вечер вроде бы не отличался от других. Очередное знакомство с девушками. Любимые заведения в компании лучшего друга. С которым у нас одинаковый стиль жизни. Но в эту ночь случилось непредвиденное. Я оказался на грани жизни и смерти. Не знаю, чем я это заслужил, но Всевышний мне почему-то предоставил выбор. Продолжать жить, не имея собственных детей, потеряв способность разговаривать. Главная вещь, которую мы создаем в этой жизни, это книга. Книга истории нашей жизни, которую будут знать наши потомки. Но я не хочу, чтобы эта книга была пустой. Я и представить не мог, что будущее будет таким. Как вы думаете? Что я выбрал?